Польша будет покупать товары из Украины только в соответствии с украинскими законами. Так в польском посольстве отреагировали на скандал с импортом угля с оккупированных территорий и посоветовали украинским журналистам обратиться в профильное министерство Польши. Напомню, ранее польская газета «Дзенек» опубликовала статью о том, что антрацит с оккупированной части Донбасса полулегально попадает в Польшу. Позднее эту информацию подтвердил министр энергетики этой страны Кшиштоф Тхужевский.